Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители сайта. Сегодня мы проверяем печку из компрессора, то есть тепловой насос в работе. Итак, значит, смотрим. Тут видите, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, по три трубки. 12 трубок. Нагрев, вот, термометр. 60. Как видите, 60 градусов Цельсия. То есть отличный нагрев. То есть тепло в хате. А давайте сравним с магазинной. Вот есть магазинная. На 2 киловатта. Вот магазинная на 2 киловатта. Так. Видите, 2 киловатта. 2000 ватт. Сейчас это выключим. То есть у этой расход. Холодильного. Компрессора холодильника печка, у ней расход, значит, 1 минута 38. Это будет так, смотрите, 68 секунд, так. Один круг она проходит. 3. Вот так вот. 3, 33 ватта. Разделим на 68. И помножим на час. 3600 секунд. 176 ватт потребляет. Так. Дает выход на 60. 60, значит, градусов, вот это вот поле, и плюс сам компрессор горячий, вот сам компрессор тоже 60 где-то дает. Ну так же компрессор 60. Так, давайте его выключим. Сравним с магазинной. Так. Возьмем градусник. Вот градусник. Тут до 500. Так. Подключим вот эту магазинную, как я показывал. Вот эту. Значит, 2 киловатта. 2 киловатта. И тоже замерим выход. Так. Замерим выход. На 2. Вот я поставил на 2 деления. И сейчас померим градусником. Вот градусник поставили. Пусть разогреется. Thank you.
подождем. Сейчас еще не дошел до 50. Явно до 50 не найдет, хотя уже на полную, видите, около 50, ну в общем считаем 50, это 50, этот 50, вот этот 50 магазинный градусов, 2 киловатта, 50. Два киловатта. А это значит 176 ватт, хотя это много, 176. Ну-ка, дай-ка пересчитаем по-другому. Так, я считал 136 другим методом. Сейчас 68 помножить на 300 и разделить на 3600. 5,66. Ну, в принципе, так же. 1000 разделить на 5,666. Да, 176, все верно. Значит, это 176 ватта нагревается, значит, до 60. А это 2 киловатта нагревается до 50, то есть КПД у этого больше, чем 2000%. И тут уже термометр нормальный, вот он, никаких сомнений должно не быть. Вот и думайте. То есть это машина, тепловой насос из старого холодильника, вернее, из старой штуки для обогрева и охлаждения воды. Обогрев убрал, оставил охлаждение, которое греет. Вот и все. По-моему, споры на этом завершены. Это система, значит, тепловой насос может работать. Нагрев у него идет с помощью газа фреона, который в трубках. Газ фреон сжимается и в итоге выделяет тепло. При сжатии там трение происходит газа, выделяет тепло и охлаждает тепло на этих вот, на трубках, доводя их до 60 градусов, что вполне хватит, чтобы обогреть эту комнату. А вот это до 50 магазинный, 2 киловатта. То есть разница уже, давайте, 2000 разделим, 2000 разделим на 176 в 11 раз, то есть КПД. И еще минус того, что он меньше нагревает на 10 градусов, КПД где-то, значит, еще раз, 2000 разделим на 176. 11 помножим на 100, ой, на 100, ну на 1000, так. 113, 1136% КПД.
Это я неправильно. 1130% и плюс на 10 градусов это еще 60-10, это еще шестая часть. То есть 1000, где-то 1300% КПД. То есть вот это можно применять. И сделать его легко из старого, значит, для обогрева воды, для охлаждения воды, или из старого холодильника небольшого. То есть проблем нет. Большое спасибо за внимание. Желаем всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.